А люксовый сервис – это как раз сервис офлайн, да, и сервис живого общения человека с человеком. Поведение клиентов обусловлено внешними событиями. Для этого нужно изучать клиентский путь, для этого надо накапливать статистику по удовлетворенности клиента. Но продукт должен быть продуман до мелочей. Девелопмент в этом смысле очень, очень сложный бизнес из-за огромных производственных циклов. Люди покупают квартиру не для того, чтобы подписать договор долевого участия.